Всем привет! С вами снова я, Иринка. Сегодня мы будем делать с вами китайскую лапшу. Нам понадобится полкило мяса, можно любого. У меня говядина, порезанная полосочками. Одна морковка, потертая на корейской терке. Одна большая луковица, порезанная полукольцами. И два болгарских перца, тоже порезанные полукольцами. Для самой лапши, сама лапша у нас должна выглядеть вот так, должна быть вот такая вот. И самое главное, нам надо один пакетик вот такой вот приправы. Габратена нудль или жареная лапша китайская. Сейчас мы будем мясо готовить, тушить и обжаривать до готовности. Я закинула лапшу. Ей варится очень быстро. 4 минуты и она готовая. Мясо наше тоже протушилось. Теперь первую мы кидаем порезанный лук и морковку. И все это мы, не закрывая крышки, будем обжаривать. Наш лук с морковкой уже поджариваются. Теперь мы высыпаем наш перец и нашу приправу для жареной китайской лапши. Здесь всю нашу, то, что мы жарим в сковороде, мы не насыпаем никакой приправы, потому что здесь все есть. И соль, и перец, и все остальное. Все это хорошо перемешиваем и пару минут обжариваем. Теперь мы высыпаем нашу лапшу. И все это мы должны хорошо перемешать. Вот такая у нас получается красота в сковороде. Все это мы буквально 4 минуты помешивая обжарим еще, и все. И будем накладывать наш вкусный обед. Красиво укладываем в тарелку. Пахнет очень вкусно. Кто любит китайскую еду, это просто замечательная, сытная еда. Сверху мы посыпаем мелко нарезанным перчиком. Красиво украшаем. Перчик у нас зелененький. Все, наш обед готов. Китайская жареная лапша готова. Всем приятного аппетита. Подписывайтесь на мой канал. С вами была я, Иринка.